Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте победителя Огнекрыла. Наконец-то я с ним списался, забрал. И, честно говоря, зашел сегодня в ВК, давно туда не заходил. Там были ярые, типа, хейтеры, скажем так, кавычка, которые пишут, что мои конкурсы подстава, там, у тебя то подстава, ребят, не нравится, не участвуйте. По поводу Виталика Задорожнего даже зашел специально, почитал комменты, посмотрел, что это подстава. Во-первых, видос выбирает первый рандомайзер. Можете зайти полностью в интернете, поискать, как работают эти рандомайзеры. Я там ничего не могу сделать. Выбирает номер. Во-вторых, потом рандомно выбирает коммент, совсем другая проха. Поэтому, если вы не шарите, вы не в курсе, как это все делается, лучше просто не играйте, промолчите. Еще раз по поводу выбора. Я уже сказал в видосе, что больше не будет повторяться участник еженедельных. То есть, если он выиграет один раз, на следующий он автоматически исключается, даже если его выберет. Третье. Если человек хочет играть, вот как Виталик, есть там еще пару парней, которые каждый мой видос репостят, они красавчики. Я ничего не могу сделать. Это даже бонус плюс ему, то, что он все смотрит. Поэтому все зависит от вас. Да, надо репостить каждый видос. Многие удивляются, как это так. Меня там нет. Потому что вы невнимательно слушаете видосы, невнимательно смотрите правила. Это не мои проблемы. Многие снимаются с конкурсов из-за того, что не выполняют условия. В общем, вот так вот. Честно скажу, мне глубоко насрать то, что там некоторые просто недалекие и не понимают, какие условия. Это не мои проблемы, это ваши проблемы. Моя задача — выполнить со своей стороны условия. Я всегда их выполняю. Очень много людей, которые получили призы, и они просто могут это подтвердить. Ладно. Этот победитель, который сегодня мы разыграли, Никита Суров, я вам показывал его, я наконец-то с ним списался, зашел на его аккаунт, и мы сегодня ему забрали Огника. Сейчас мы потрешуем по поводу розыгрышей. Будет на этих выходных еженедельный, который обещал, будет по картам, который тоже вы пишете, я забыл. Я не забыл, ребята, у меня просто не было времени на это все. Уже время появилось, и я все свои условия всегда выполню. За это можете не переживать, я не так, как остальные ютуберы, только балаболят и больше ничего не делают. Так, окей, поехали. Ну что, поздравляю. Сегодня у нас рынок был, забрали мы ему Огника, забрали Бугимена. Аккаунт получит также бонусом Минотавра. Я не знаю, аккаунт донатный, не донатный, я, честно говоря, не смотрел. Сейчас увидим по строке. Ну, судя по всему, это был без донат. Видите, я плюшки забираю. Да, аккаунт практически, да, практически, потому что если сравнивать то, что я закинул, то все-таки он был немножко донатный. Ну, то есть, это фактически был не донат. Ну что, поздравляю, теперь у тебя есть... на аккаунте Огнекрыл. Вот так вот обменяли. Бугимена сейчас посмотрим, есть, нету. Я не видел еще аккаунт, я просто списывался ВКонтакте и, честно говоря, улыбался. Так, смотрим, чего у него есть. Бигфута нет, Некроса нет, Рину, Анубиса нет, Седны нет, Бури нет, Афины нет. В общем, сейчас будем, ребят, ролить, прокачивать все дела. Огнекрыл уже есть, Минотавр тоже есть. Поехали. Находится он в гильдии Круиз. Можете написать в эту гильдию Круиз, спросить, это подстава или нет. Блин, улыбаете, конечно. Первые третьи места, явка на БГ 100%, атака фортов 12.00. Кидайте заявочки, вступайте. Так, окей. Поехали посмотрим, что у него тут делается вообще. Так, по талантикам. Ну, такое себе. Интересные есть варианты, но... А, вольт есть. Да, видите, аккаунт немножко... Ну, видимо, покупал за полпака, скорее всего, потому что много чего не было. И опять же, можете бомбить. Вот опять донат донатному аккаунту. Ребят, донат в 2 пака больших там, или даже в 5-6 паков больших, это уже на сегодня не донат в битве замков. Так, Бугимена я тоже у него не вижу. Вот наш Минотавр.
или это не наш? Нет, а наш он падает сюда, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас я посмотрю по карте, то опять скажите, что пиздобол. Так, Огнекрыл. Поздравляю. А, так, шапка. А, нет, все-таки, смотрите. Что-то я не могу. Короче, в общем, не важно. Донатный, не донатный. Или у него сейчас, то я уже сам не вкурю. Не до игры было. Но два минуса мы не могли забрать. Однозначно. Хреново. В общем, не важно, это все фигня. Не в Минотавре дело, дело в Огнике. Самое основное было условие, это Огнекрыл. Мы это выполнили. Так, что у него тут вообще интересного есть? Поехали посмотрим по акциям. У нас куча сундучков. Сейчас мы их заберем. Заберем плюшки. Вот такие вот плюшки он получил. Плюшки офигенные для него. Поехали, пооткрываем это все добро. По акциям побегаем. И паролем. Так. Это его накоплено. Он попросил оставить ему 50к на пирата. Это мы тоже условия выполним. Так, ну что, поехали. Недостаточно места на складе. Но это мы сейчас исправим. Так, окей. Я ему сразу увеличу, так чтобы он уже не парился. Но такое дело надо тратить. Так, окей. Открываем сразу 10 рун. Так, что мы имеем? Порочный паксима, грубая, есть. Три баста, каменка, бог войны. Ну, такое себе. Поехали, я тебе открою. Тык-тык. Так, камешки добавились, отлично. Ух ты, смотрите, сколько порочных пактов. Две СОшки, три порочных. Огонь. Открываем эти, смотрим, что у нас тут. Грубая сила, еще одна. Еще одна грубая сила. Ну, вот это кайф. С вас, ребята, по лайку. И обычно отпишите нытики, что это подстава. Это просто... Я просто еще раз улыбнусь. Так, отлично. Отличненько. Носик. Давайте сразу, я думаю, Минотавра можно сделать... Можно делать вот так вот. Тык. Минотаврика качнули. Тут качнули. Я не буду тратить ему там коробки и прочее. Сейчас мы изначально сразу же откроем. Сделаем вот так. Раз. И Минотавру сделаем точно так же. Так, отлично. Читать. Ага, нету. Блин, славы. Так, что у него тут? Панда купили. Ну, этих уже хватает. И этих тоже, в принципе, есть. Отлично. Ну, теперь у него аккаунт. Получше, получше будет развиваться однозначно. Так, окей. С этим мы разобрались. Смотрим, что там у нас еще по плюшках. Мы вроде все так пооткрывали. Так, ему там еще Анубиса надо попробовать сейчас выбить. Так, окей. С
Смотрим, что у нас есть. Временные, найм редких героев, кузница. Поехали в кузницу, забежим, посмотрим, что там есть. Вот так вот, ребят. Постараюсь, возможно, сегодня, если будет время, записать остальные розыгрыши. Возможно, завтра. Так, а что у нас тут есть? Рогатка 200, руны. Ну, я думаю, все-таки заберем ему вот этих. Почему именно этих забираю? Потому что, ну, тут остальное все не особо ему нужно будет. А тут смертушки нормально, кстати, дают. Подкачает по 50. Тоже офигенный питомец. Так, отлично. Отличненько. Давайте еще Бугимена ему сразу же откроем. Так вот, кто верит, тот получает. Вас в некоторых видосах, что меня удивляет, играет 20 человек, в некоторых видосах 100-200. Это не от меня уже зависит, а чисто от вас. Так, ну и трендом, конечно, кто победит. Так, не вижу его. Забрали. Что-то не вижу древнего. Блин, так сложно на чужих растах вечно смотреть это все. Короче, стал я слепым, пора заканчивать с битвой замка. Блин, ну не вижу. Реально, блин, не вижу. Ну, смотрители где-то есть, а где они? Так. Что за фигня? А, вот они, блин, я думаю, что это. Так, улучшить. А он вообще их не улучшал. 11-й, 23-й. Ладно, не буду тратить, у него, походу, с орденами, да, проблемки. Так. Что там у нас еще такого интересного? Что-то мы не забрали, смертушку забрали. Отлично, не было смертушки даже. Огонь. Так, питомцы, войти. Да, видите, аккаунт недавно созданный, причем потому что герои вообще практически не прокачаны. Ладненько. Пятнадцатый уровень. Так. Хорошо, поехали. Бугимена мы открыли, по-моему. Ну, на буги, я думаю, он сам определится, там вариантов много есть, не буду пока тратить. Поехали, пробежимся еще. Яйца сыграем и приступим к самому интересному, это у нас будет роллинг. Возможно, роллинг давайте запишем другим видосиком, чтобы не растягивать. Многие возмущаются, что они не успевают или не могут посмотреть все. Так, ну пробуем. Попыток, конечно, у нас не так уж и много, поэтому, как видите, Рину. Я не помню, у него Рину есть или нет. Сейчас посмотрим. Да, неплохо было бы Ануба еще сюда вытащить. Грубая сила. Первый сет. Это, конечно, жесть. Смешно.
Ну, на английском, допустим, 7800 полпака большого одно яйцо, но там хотя бы герои падают, а у нас тут куча всякого. Ну, на каждом сервере свое. Так. Ну, думаю, Никита рад будет дальше участвовать в конкурсах. Так, 50. Но сущность рыцаря 5 штук. Ничего себе. Поменяли призы, называется. Героев пока мы не видели, кроме Рино. Легендарное яйцо. Еще один Рино. Ну, блин, вот это вот больше всего не нравится мне то, что в последнее время, ну не последнее, уже давно нам добавили повторно герои падают. С одной стороны, это интересно, но не падают почему-то огнекрылые там 2-3 раза. Падают сначала всякие големы, а потом уже там на каком-то 200 какой-то попытки. Грубая сила, первый сет. Жесть. Заклинательница. Вот так вот. Рину и заклинательница нам с 5 больших паков упали. Седна. Ну, неплохо. Ну, как видите, Бугимена Огнекрыла за 5 больших паков и получить. Порочный пак ты вытащил, ничего себе. Так, забираем эти плюшки. Ну, такие себе, честно говоря, только рынок интересен. Получить. Отличненько. Смотрим, что у нас там по героям надо будет. Повелитель. Ну, у него, блин, надо кучу. А, Рино, о, отличненько. Ну, поздравляю, еще одного тебе недостающего достали. Просто с акцией. В принципе, это хорошо. Даже 2 штучки. Вот так вот, ребят, все. Я пошел писать вам второй видосик. Ставьте лайки. И все как обычно. Хейтеры, идите просто нахрен, потому что вы, конечно, улыбаете, поднимаете настроение, но вы просто баламутите людей. У меня все открыто всегда и все честно. Все, поздравляю его, сейчас пойду ему ролить, я вам уже запишу видосик. Всем удачи, всем пока.